Я не помню, как ее звали, точнее не запомнила имя. Может быть, конечно, Валей, а может быть, как-то типа Ира. Я позвал ее прямо к себе домой, дал ей денег, как водится, и сел поудобнее, в общем, на диване устроился. Как тебе, Валя? Как тебе, Валя? Винцо, анекдотик, и вот уже я выключаю сотик. Я даже, ну не знаю, в принципе, готов назвать тебя котик. Ты красивая, если верить шаблонам красоты. Наверное, я люблю тебя. А ты? Эй, детка, да, детка, ты делаешь работу. Эй, детка, да, детка, давай еще немного. Эй, детка, да, детка, с ковром поосторожней. Эй, детка, да, детка, сегодня все возможно. Эй, детка, да, детка, ты делаешь работу. Эй, детка, да, детка, давай еще немного. Эй, детка, да, детка, с ковром поосторожней. Вот, собственно, закончился мой час, за который я заплатил. Я, конечно, видел раньше таких девушек, но никогда я себя этим не грузил. И потом, когда она уже уходила, мы почему-то стали играть. Вы сейчас охренеете, в крокодила.